Установившаяся холодная пасмурная погода не слишком отражается на настроении артемовцев, которые заняты своими повседневными делами, решением насущных проблем. Работы и забот хватает и у артемовских полицейских, которые стараются, чтобы жизнь в муниципалитете была безопаснее. Не нарушались права жителей округа, а злоумышленники не могли реализовывать свои незаконные планы. О том, какая работа проводилась нашими правоохранителями на прошлой неделе, рассказал заместитель начальника полиции ОМВД России по Артемовскому городскому округу Виктор Игошев. За истекшую неделю на территории района зарегистрировано 234 сообщения о происшествиях. Из них 19 сообщений с признаками состава преступления, 7 из которых содержат признаки превентивного состава, и 12 фактов содержат признаки преступления средней тяжести и по более тяжким. По 138 сообщениям принято решение в дежурные сутки. Также в дежурные сутки возбуждено 3 уголовных дела. По 40 материалам проверок принято решение о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 20 материалов направлено по территориальности. По 9 сообщениям выявлены административные правонарушения. По 20 сообщениям материалы приобщены к административному делу производства. Отказано возбуждение административного производства по 20 сообщениям. На территории Артемовского района по подозрению в совершении преступления задержаны 2 граждан. Также на территории района скончалось 11 человек без признаков насильственной смерти. Доставлено в дежурную часть ОМВД за истекшую неделю 16 граждан. Все данные граждан дактилоскопированы скопированы и содержались в помещении для задержанных. Также за истекшую неделю на территории района выявлено 435 фактов нарушения административного законодательства, из которых за появление в пьяном виде в общественном месте 41 факт. Сотрудниками ГИБДД выявлено 395 фактов нарушения правил дорожного движения. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории района осмотрено 455 транспортных средств. Проверено по базам розыска 525 человек.